пустоты. Мне, кстати, надо уже с моим братишкой встретиться и накупить себе на косу перков, чтобы сейчас... Тут же плакальщица будет. Мы наплакали. Обосраться. Так. О, хорошо. Доведем дело до конца. И в этот раз не валяй дурака. Не-не-не, я вон... Я нашел себе оружие, с которым мы пойдем дальше. Пам-пам-пам-пам-пам. Я не брошу эту пушку никогда. Ладно, на самом деле брошу, конечно. Сладенько-то как? Как если я буду здесь? Да хватай ты. Да что ж ты будешь делать-то? Ты можешь до туда дострелить? Мне кажется, я самый дерьмовый стрелок из ангельской пушки в Европе. Так, все, иди в жопу. Ты победил. Хорошая игра, я сдаюсь. Как тебе игра, вторая часть Засадника Смерть? Будешь пробовать? Да ты же знаешь, Павел, все очень просто. Люди на стриме рублем голосуют. Задонят, буду пробовать. Не задонят, это вряд ли приоритизирую Оверхайса. Вот. Ну, вообще, я в слэшеры не играл до этого ни разу. Рили не играл. Я никогда не находил такой жанр игры интересным. Но должен сказать, что это забавно. Это забавно. Иногда хочется такого, скажем так, немножко идиотического досуга побегать, помесить, послэшерить. Так, ты будешь прыгать-то? Давай, ты должен прыгать с этого ракурса. А чё до этого не прыгал? О, давай. Какие-то маленькие крокозябки. Не попасть по ним. Кстати, угу. У меня был вопрос для ребятам из Питера, знающим. Давай. Да нет, не ухожу. Ты этим не занимаешься в БР? В БР интенсивно. Ой, подожди, а мне надо туда. БР интенсивная, она не такая глупенькая, какая-то не слэшер. БР. Как это не прискорбно думать надо. БР. Что у нас снизу? Кусники должны быть. Без косняков не сплыву. Мурены. Иди сюда, подлые мурены. Всегда вас ненавидел.
морепродукты поганые. Ах ты ж гадкий морепродукт. Не сдается. Ну теперь-то. О, наконец-то. Да что ж ты будешь делать-то? Нет, ну это просто кошмар. Такой вопрос. Я искал игровые автоматы в Петербурге. Типа Alone. Вот почему, ну, видите, этот прицел не напоминает Alone in the Dark. Не-не-не, House of the Walking Dead или как-то так. House of the Dead. Вот. Просто я раньше знал в континенте на стачек, что есть такие. Я вообще-то кидаю. Как ты кинул? Окей, я вообще-то кидаю. Что-то мне страшно стало немножко только что. Давайте-ка. Так, а что у нас? Горит что-нибудь? А мне что, надо было срикошетить от одной из этих, что ли? Где у нас тут молния? Пока нигде. В галерее на ласт этаже. The typing of the dead? Не, ну там... Просто что-то of the dead. House of the dead. Ну, короче, там на мотоциклах покататься, пострелять из пистолетиков, в аэрохоккей поиграть. Приоритет на само собой аэрохоккей. Так. Чё, у нас тут где-нибудь попрятанка? Попрятанка или не попрятанка? Так, а мне туда случаем не надо? Я могу как-то заползаунд устроить? Нет. Возвращайки нет. Каким макаром? Ощущение, что вот эту хрень надо сделать. Но здесь ничего не юзается. Туда наверх. По вот этим балкам, да? Могу? Так, почти любой ТЦ, где есть кино, там вообще всегда есть аэрохоккей. Мазопарк. Мазопарк. Так, ладно, исследуем подводные глубины. Тут подводные глубины вялые. Тут. Подводные глубины. Подводные. Если я, может быть... Как-то ткну. Так, сюда что-нибудь упасть может? Нет, сюда ничего упасть не может. Если я как-то протараню этой железкой дверь. Так, где-то всплывка есть. О! Всплывонька. Сашенька нашел. Там-там-там-там-тарам-там.
И чё ты, сука? Галерея. Галерея, галерея. А, подожди, а можно же сюда вот так вот? Не-не-не, не бесируй. Давай, поползновей. И наверх. О, здравствуйте. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. О, пошел огонь. Огонь. Огонь, батарея. Огонь, батальон. И эти штуки восстановились. Да? Так. А что ж ты будешь делать-то? Шифтецкий. Шифтецкий. Вот, зажгли вторую жопку. Теперь она у нас тут. Ей, мы зажигаем. А вот этой жопенькой... Да хватит ты уже. Вот зажигаем вот эту хрень. Ну не беси же ты. Ой, ты собака какая. Бесямбная. И все, и... Так, нужна платформа. А, подожди, я могу просто цепуру сделать, да? Да как же ты запарил? Так. Неплохо. Там еще какой-нибудь посерединке бы куда-нибудь. Не, это вряд ли сработает. Ты так задрал. Нет. Отвали. Ку. Shift. Попробую так, ладно. Нет, не достает. Так, а что я могу по стене? Нет, по стене чушь. Так. Можно вот так вот, кстати, слишком, да, слишком комплексно я тут что-то придумаю. А на самом деле варианты... Вариант простой. Я беру вот эту срань. Кидаюсь. Очень дебильно. Зачем я тогда эту штуку... поджигал, объяснить мне кто-нибудь. Так не сработает, потому что... Так, как же мне сделать покрасивее? Не сработает. Не сработает. Канат? А я по канату... по канату-то я по-вашему как могу добраться? Лол!
Лол, по канату я могу добраться с отсюда. Господи, боже мой. Вот это я слепая, слепошара. Пазл очень мощный оказался, очень мощный. А я бы, между прочим, поджег снизу. Там всего полчаса накидывания всякого другого говна и изи. Так, во-первых, это надо убивать. Высота. Самый раз. Пуру-пу-пу-пум. Как мне показалось, что я что-то видел. А я в это время чат читал. Что-то подсказали, а я чатчики считаю. Окей. Там что, кто-то ползает? Где? Ты кто? Почему здесь? Чего? Ну ладно. Нам надо, правда, там еще зачекировать. Да, надо там зачекировать. Чувствую, что там всякие вкусняшки. Чуть-чуть не это. Пропускает. Только здесь что? Мы смогли добраться до сюда. Ну, до сюда мы уже добраться. О, они слышат. Так, там черепуха солдата. Как отсюда выбираться? Так. Пока не ясно, как выбираться. Что, ловушка для дурака, что ли, была? А вот по этим штукам можно жамкаться. Так, а как нам быть? Мы можем. Если на ту штуку можно забраться. Пока не могу, да, взять эту срань, наверное. Наверное, не хватает какого-то супер крюка. Понятно, валим отсюда тогда.
Так. Вау, нифига не дамажит. У меня какая-то фигня получается. У меня не получается нормального блэдшторма. Большой говнюк. Пойдет. Да. У меня еще ХП не падает, типа, в этой форме. Я видел там вкусняшку. Очень сильно передвигаешь, научишь? Ты хочешь так в реале? Так, фрагмент бездны. А сколько у меня уже? Наверное, пяток фрагментов бездны-то будет. Пяток. Грустно. Па-па-ра-па-ра-па-пам. Па-па-па-ра-па. Па-па-па-па-па-па-пам. Па-па-па-па-пам. Подлые мурены опять пытаются устроить мне. Так, классический ключ. Ренка подлая лезет. Очень здорово. Саша, давай, ты справишься. Давай, это же просто так поток здесь. Так, и что здесь с ним делать? Ничего. Валим отсюда. Так, там еще ниже можно. Хотя, казалось бы, куда еще ниже, правильно, да? Лабиринт. Опа. Ускоряет сбор душ с убитых противников. Жнец. Ускоряет сбор душ с убитых противников. Это грейд просто на пушку. Даже нет, ускоряет сбор душ с убитых противников. Ну, типа, пробуем, но это ж чушь. Это, скорее всего, есть та самая фарм душ, да? Ускоряет, скорее всего, не из-за того, что они, типа, быстрее в меня влетают, а больше производится. Ой, шикарно. Сладостейший просто. А это что за улучшение? Это хорошее улучшение, по-моему. Превращает у нас... Ускоряет получение опыта при использовании оружия в бою. Значит, это на прокачку пушки. Увеличит количество душ, получаемых от врагов и других дополнительных. Увеличит количество получаемых душ, если... Если используется с косой. Хе-хе-хе, они как бы намекают! Как бы намекают, друзья.
Как бы намекают. Ладно, давайте перепрофилируем. Мне все равно качать реально надо. Так, эту штуку сюда. Мне же типа сейчас будет паучиха скоро. На паучихе надо будет эту хрень замутить. Так, давай. А, не могу правой Да давай ты уже. Так, ладно. Я соврал. Сейчас будем смотреть, сколько. Сейчас будем замерять, сколько. Сейчас будем замерять. О, что-то мне тут дадут. Какое-то. Это какое-то оружие обычно в таких вещах же, да? И. Дайте крюк. Крюк, я помню, крюк. О. Это же крюк, да? Это же крюк. Оно, да, чтобы карабкаться на всякую срань. Мне надо вообще чуть ли не всю. О, боже! Латная рукавица, испускающая ударного при использовании. Чтобы зарядить руку, нажмите и удерживайте правую кнопку мыши. Зачем я зарядил ее? На тебе. О, да. О, ой, ты Иисус, я тряпушка. Вот. Да что ты делаешь-то? Так опять... Дикие гонки за адреналином. Па-пу-па-пу-па-пу-па. Что ему обрубают там? Хорошо. Тридцать шесть, 39, 56. Не знаю, много больше ли. Блин, надо замер какой-то нормальный сделать. Давай гасить. Большим дивоном можно управлять, как ты верхом. Ну ладно, думаю, вы молодцы. Ой, ребята, так-то все опасно.
Мне бы пули. Пора уже вжимать. А, я нажал эту штуку теперь. Ой, хорошо. Очень прикольная у него смерть. А, ну зато он не умирает. Прикольно. Ага. Ах, ты же неприятный какой. Только коса будешь. Только на косе будешь больше получать. Да не-не-не, тут, по-моему, нормально. Во, сундучелло. Так, богато. Богато украшенный ключ. Торок мне уже теперь совсем не нужен. Подожди, а что она еще делает? У нее еще удар кулаком. Типа кнокбэк какой-то. Если кнокбэк, то прикольно. Проверяем, не опустили ли чего. Так, это сейчас водичкой сейчас зальем. Зальем водицей, дабы и спиться. О, можно тут покрутить. Ой. Тихо, 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 тихо. Куда сундучело? Я буду потом этим заниматься. Чтобы она еще что-то делала, надо прокачивать. Ой, его можно качать. Теперь знаю, куда денежку можно кидать. Оп, 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 не догонишь. Он догонит, конечно. Где синяя? Синяя где? Кнокбэки каким-то. Вижу. Вижу, вижу, вижу солдата. Подожди, это я наркоманию, это и мы отсюда пришли. Качаем ее, изи-пизи. Чтобы толкнуть взятый предмет при помощи рукоятки землетрясения, нажмите, удержите ПК. Толкать предметы. Ха-ха-ха-ха, почти. Фонторезы какие. Не знаю, зачем мне это, но очень надо. Очень надо, прям вообще. Что это мне дало, я не знаю. Но мне было очень хорошо. Ой, еще выше залезла. Так, а тут мы долетим?
Здесь как бы такая ситуевинка, что... Что если я дотащу ее до сюда? Я сомневаюсь, что это говно сработает, но все же. Нет, оно сработало. Лол. Я теперь спать не буду. Долгое время. Так, эту штуку. Солдат. Да ёпрасете, уфхц чешечи, собака. Ну вот, блин. Тут она только опустится, да, немножко? Нет, фигня. Да что ж ты будешь делать, давай. Да давай, аккуратненько только. Можно было ее ударить, конечно, но Сашка же у нас работяга. Работяга еще тот. Осталось только гуся пустить. Нус. Занарзула. Так, сюда что-нибудь есть? Еще ждет что-нибудь здесь. Такое ощущение, на самом деле, что есть что-то. Что что-то можно, что что-то... Что-то... Да, есть ощущение, то, что что-то есть, есть, а вот толку никакого. Так, давайте замер сделаем. Так, я убил. Ну вот. 99. 11 душ. Это же бред. Ладно, надо замер сделать на большом количестве мобов. Лаги до сих пор не закончатся. Так, сейчас, секунду. Проверяю. Проверяю, проверяю, проверяю. Лаги до сих пор не закончились? Какого черта? Лаги до сих пор не закончатся? Так, сейчас, секунду. Блин, а что за фигня? Проверяю, сейчас, подожди, проверяю, надо помахать. Пам-пам-пам-пам. Лаги до сих пор не закончились? Какого черта?
так и до сих пор не закончил. Сейчас, секунду, ребят, мне надо посмотреть, что у меня там на экране, а то что-то какое-то. Ой, эта перчатка легендарная, кстати. Слушайте, ну вообще-то какое-то мыло. Вообще-то какое-то мыльцо, ну ладно, смотреть можно. Но мыльцо. Но мыльцо. Меня это не устраивает. Я не знаю, почему Darksiders так выглядят на стриме. Они должны быть не такие мыльные. Ну ладно, это уже полбеды. Так, там ребята говорят, что я пропустил сундучелло. Ребята, прекратите. За второго гуся, да, гуся, конечно, пермач. Бодрамка. Тентакули свои хочет. Давай, братан. Хорошо. Слоники. Похоже, она снова тебя обыграла. Но сдаваться все равно нельзя. На тебе. Кстати, их можно ломать на... Ломать на гусей можно ломать на этих. Здесь мы были, между прочим. И впирались в этот. Впирались в льдыху. Ладно, я не хочу возвращаться. Мне нравится концепт возвращения. Ух ж эти спецдобивания. Да ладно, они сами делают эту игру. Кайфовый. Да, господи, я сюда и хотел-то так-то технически. Меня тут не смоет в унитаз? А, смоет и смоет. Да, это тот рубильник, который я пытался покрутить первый раз. Випоп. Карта. О, обожаю такие штуки. Сейчас мне сундучелы покажет. Не, не покажет, это не карта. Fuck my life.
Здесь надо с этой. Там, кстати, покрутить еще можно жирного. Теперь можно толкнуть поезда. Это же так необходимо. Зачем, я не знаю. Но поезда я толкаю. Ну вот зачем-то толкаю. Почему, я не знаю. Ты эссенции живительные используй хотя бы на боссах. Не-не-не-не-не. Эссенции живительные это как бы... Мне надо, чтобы здесь был поезд. Надо, чтобы здесь был поезд. А как я могу это сделать? О, боже. О, боже. Не-не, я не то делаю. Сейчас мне надо вытащить эту штуку сюда. Убрать мелкий поезд. Подожди, а вот эти камушки сюда никак, да, здесь камушки. Убрать мелкий поезд, загнать большой поезд. Ой, ёпрасоты. Ладно. Расфасуй, братуху, игра называется. Надеюсь, у него есть возможность. Расфасуй, братуху. Братуху, расфасуй. Воу-воу-воу, расфасуй, братуху. Как же тяжела жизнь, братухи, когда расфасовываются плохо вещи. Если она до упора доехала, нам надо ее немножко потянуть на себя. Опа, спина, мать твою! Валька, неси! Финал гель! Так, нормально. Не, серьезно, он двигает это говно руками. Сколько он весит? Сколько он, мать его, весит? Что, банально? Я без подвязочек. Где мой пояс? О, боже мой. Да я всю молодость на складе отработал. Вообще, не, ну да, вообще, это как бы неплохое разнообразие. Конечно, надо было сделать головоломку чуть-чуть посложнее. Но что, ну это совсем пипец. Тут как бы хотя бы из четырех путей там, из пары звеньев. Но в общем и целом как бы все равно идея приятная. Хотя как окажется сейчас, что я где-то натупил, короче. Я еще тут зазебинирую. А, кстати, я походу Рилли затупил. Лол. Па-па-па-па-пам. Мне ж, я сейчас смогу запрыгнуть без мелкой на вагон? Да, могу. Ну тогда не...
нафиг, и чё мне тут? Да ты поползнови туда. Па-па-па-па-па. Откройте! Это вообще мы здесь были, лол. Мы здесь были, мед, пиво пили. А нам зачем обратно-то? Это как бы надо? Да давай ты поползновей, ты уже на крышу. О, господи, так ты... О. Господи Иисусе, прекрати, прекрати, прекрати камера. Ох, ёжик. Выглядит так, будто мне сейчас дадут трындюля. Не-не-не, я не буду с тобой драться. Обоссы меня, Господь. Ты кто? Ты моб? Ты же моб. Да, ты моб. Нормас. Теперь две, да? Да что ж ты делаешь-то? Хорошо. Ты чего ждешь, ты демон? Давай, руби, руби эту попедлу. Она сейчас тут... Давай, старым добрым одним приемом. Три раза, и все нормально. Давай. На тебе. Фига они энергии дают. Ой, хорошо. Ой, хорошо. Ой, хорошо наваливают энергии. Так, я помню, что у меня там наверху был ледик. Ледик от меня не убежит. Пытался взрывать ледик. Я пытался с ледиком по-хорошему. Но сейчас у меня есть перчатка. Перчатка пенетрации ледика. Я безумно хочу ее применить. Здравствуйте. Тук-тук, мафака. Ну ладно. Что это за фигня? Может это... Так, хорошо. И чё? Так, это попозже. Сначала меня интересует спанырирование. Че я сюда приперся? Вообще незачем. Да просто чтобы выбраться, что ли, или что?
Ничего толкового. Fuck my life. Ну класс, а теперь еще и подождем. Что здесь надо заранее поджечь. Так, там сундучил это нету? Моба прилепили, сундучила, наверное, есть. Дверь открывается этим ключом только. Дверь открывается только ключом, окей. Так, это плохо. Это плохо, потому что у меня нету... Это тупик для меня. Что, серьезно? Это как? Как, твою мать, как? Я должен сюда принести бомбу? Бомбу? Окей, я, наверное... Я должен где-то найти не загоревшуюся бомбу и донести ее до сюда. Очень классно. Так, и надо проверить. У меня... Ну да, у меня вроде как... Да, у меня нету... Ключа, но с палетти. Так, сейчас, секундочку. Лифт надо вызвать. Так. Изейший сундучелло. Похоже на вов эта игра. Ну да, не говори, один в один. Ощущение, что я играю за орка. Тоже везде демоны, ангелы. Хотя нет, подожди, нет, вообще не похоже. Бомба там, где ты вагон двигал. О, ну блин, как я тебя оттуда ее донесу. Хотя я думаю, за такую головоломку мне будет много плюшек. Когда в метро проход был, а ты ушел назад. То я возвращаюсь совсем. Иди к двери с синим барьером. Я типа совсем не туда пошел. Не, ну я-то да, я-то пошел не туда. Иди к двери с синим барьером. Вообще не туда идешь. Ип. Ладно.
Вот мы зашли, здесь мы подрались с бабами. Пришли мы оттуда. Так, пришли мы отсюда. Как зайчики. Блин, неужели возвращаться к тем этим? Да, мы здесь пропрыгали просто до хрена лиан всего. Вообще, в принципе, мы можем бомбу аккуратно донести. В принципе, бомбу до того места донести реально. Отнесем бомбу? Блин, Рилли, надо отнести бомбу. Запаримся, отнесем бомбу. Это, по идее, возможно. И бомба же... Я ее могу кидать на землю, правильно? Кидать на землю. И на стены. И со стен брать. Через двери нельзя пронести бомбу. А что с ней происходит? Так. Вы уверены, что нельзя пронести? Не, невозможно. Через двери нельзя носить бомбы. Окей. Ладно, возвращаемся к вагонам. Как зайчики. Как зайчики возвращаемся к вагонам. Сейчас бы двери через... Сейчас бы бомба, блин, нельзя... Сейчас бы таскать с собой сраный легендарный меч, который весит 1,5 тонны, блин. И не иметь возможность бомбы в карман паковать. О. Ладно, возвращаемся. Возвращаемся к вагонам. Даже ты в нее вообще раньше не играл? Да я в процент... Я... В игры, которые мне заказывают на стримы, я играл раньше, как правило, только в 50... Не в 50, а в 5-10% случаев. Я в слэшер вообще первый раз играю. Так, занимаемся грамотным осмотром территории. Грамотный осмотр территории. Я не имею возможности носить бомбы через дверь. Значит, та срань, где есть синяя дверь, она и красный лед, она должна мне... Сука! Она должна мне отдаться. За статую сундук уже вскрыли. Давай, не беси... О, господи, да прекрати ты со мной это де... Так, да что ж такое-то? Значит, что-то с этими... Значит, что-то с этими дверьми, с этой фигней. Должно быть сейчас, как окажется, что здесь просто проход. Обоссы меня, господи, здесь просто проход. Жесть. Здесь еще и кусок черепа. Ладно. Так, ладно, хорошо, это не страшно. Здесь тот факт, что я не нашел здесь проход первый раз, ни о чем не говорит. Так. Не, так, эта срань не работает. Да, эта срань не работает. Идем, дойдем проход до конца.
Проверим на шару, может быть у меня какие... Ну, я как я, ну, сами себе, я вот дошел до сюда, смотрю, там тупик, ну, серьезно, посмотрите, прямо тупик, здесь дверь, ну, как японский магнитофон я мог заметить это говно? Сука, я потратил минут, блин, 20, по-моему, на это говно. Блин. Еще раз я ж все не исследую. Еще раз я все не исследую. Лол, просто лол. Так. Там в случае чего можно наверх подняться. Да, здесь как бы такая ситуация, что игра построена таким образом, что ты практически всегда можешь вернуться, поэтому можно не париться. Здесь ныряем, само собой. Может быть, найдем что-нибудь вкуснявое. И... Нет, это ничего не вкуснявое, это как похоже на Escape. Escape, ну, это похоже на трубу, в которую я потом упаду и с которой буду подниматься, когда сделаю что-то. Так, надо посмотреться хорошо. Нифига, открыл сундук. Непонятно. Туда не долетим. Походу здесь воду спускать надо. Ну, для начала просто нырнем. Ничего интересного. Так, даже что там было, помню. Нет, ничего интересного. Сплывака. Плывака и планерюга. Погнали, чё? Да что ж ты делаешь-то, демон? По сторонам бы как-то посмотреть. Ага, вот видим. Давай, друг. Наверх. Скорее всего, ссасывалка воды. Ага, здесь лед. Лед. Пока что лед. Лед надо разбить весь. Так, вы запарили. Так, первую часть добыли. Здесь не вижу смысла эти дубы ломать, но поломаю, потому что я что, больной, правильно? Да, блинский. Давай, работай. Подожди. Нам надо бомбу тащить. Так, здесь нехорошо. Иди сюда. Так, я не вижу красного шарика. Я вижу здесь бомбу и не вижу красного шарика. Вы видите, ребят, красный шарик? А он должен быть.
Так, я вижу как... Я вижу три трубы. Три трубы, одна из них горит. Здесь на днище. Давай-ка попробуем сейчас нажать уже. Скорее всего, не сработает, пока я что-то не придумаю с красным шариком. Здесь надо, короче, себе разблокировать вот этот проход, чтобы я смог разбить красный. Так. С этой... А, вот же он, господи, идеально. С этой фигни он идет сюда. Отсюда мы перекидываем огонь. Вот отсюда, сюда. Ты офигел? Отсюда, сюда. Отсюда. Мы перекидываем его вот сюда. Вообще мы можем сразу сюда его кинуть. Так что все в порядке. Здесь даже огонь и не нужен так-то был. Здесь спокойно заползал он наверх. Топ-топ-топ. И здесь перчаткой гасим. Изи. И упала большая сосуля. Каменная. Каменная сосуля упала. Порядок навела. Все, теперь можно доплыть до сундучела. Боже мой, что в нем может быть? Наверное, это синий ключ. Нет, я бы в это не поверил. Чтобы в нем был синий ключ. В сундуке, когда мне нужен синий ключ. Нет. Нет, ну это было бы слишком просто. Синий ключ. Так, здесь, кстати, теперича. Подожди, теперь еще здесь что-нибудь появилось, может? И черт с два здесь появилось. Так, я думал, там кусок доспеха будет. Было бы очень мило. Было бы очень мило. Так, я хоть туда бегу? Да, туда. О, господи, я даже... Ядрить она умяла. Умяла поездок. Отличная комната. Просто, просто идеальная. Езжай. Судя по всему, здесь, если бы я этого не сделал, меня бы... Забрали бы меня вот так вот. Сколько у меня хп? Нуп. О, демоны. Fucking demons. Знаешь, ты два сильных, между прочим, я согласен. И... Я же надеюсь, таймер стоит, когда вы это делаете.
Да, отлично стоит таймер. А, лол, он реально стоит. Давай уже. Хорошо. 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 Так, о, нормас. Это воздушная комбо какой-то было хитрое. Хорошо. Так, хорошо. Последний. Ба-ба-ба-ба-бам. Привет, Хапа. Здравствуй, Данил Соколов. Вау, ну ты болезненно, больно бьешь. Вот это классная комбо, потому что она держит станлоки бойца. Сейчас должен уже быть критикал, да. На тебе минус чачла. Действие. Хорошо. Кека. Кека, пека, погнали дальше. А, здесь зеленый этот. Ладно, давайте. У нас становит полторашку, это не такая уж трагедия. Конечно, лучше их лишний раз не трогать, потому что они становят, как я понял, два черепа. Кто-то говорит 3, кто-то говорит 4. По моим ощущениям, 2. Так, и 25 июля. И что же? Ну, погнали. Угу. Не смоет ли... Не, да не смоет тебя лужа. Хорошо. Нормально. Вот это скорость наполнения. Вот это, я понимаю, over 9000. И чего мы здесь делаем теперь? Теперь можем здесь? Нет, не можем. Тогда поплывал он дальше. Так, возможно, я теперь могу где-то вертикально вверх подняться. Не здесь. Не до 25 июля. И чё? Угу. Восхитительно. Та-ра-ра-ра-ра-ра. Да ты что, еще водичка? Господи, да ты что, неужто опять смоет? О, я видел там судучелла, кстати. А, ну и ладно, если он окажется под водой, я все равно смогу взять.
Епа. Да ладно, сколок ярости? Я заработал все сердце ярости. Хорош, у меня четвертый мана. Четвертый мана. То, что надо. Я такой восхитительный. Так, здесь... Опа. Подожди, стой. Я хотел их Блейдштормом накрыть. Но он нет. Но нет. Так. Нет, не уноси меня, водичка. Лол. Так-то, мне кажется, что если бы я там перепрыгнул где-то в одном месте, то дела были бы мои восхитительно. А так как я не перепрыгнул... О, снова она. У меня, кстати, нету этой суперпухи. Мне бы не повредило. Ага, они пока красные не разбиваются. Я понял. Аль нет. Нет, они... А, да-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 да. Смотри, она их атакует, они становятся красными. Они становятся красными. Вот этот сейчас остынет. Во, да, этот мне сейчас остыл. Этот разбивается теперь. Да, хорошо. Я пока что, наверное, хочу. Если я отойду подальше, она меня будет достигать лучом? Да, наверное, будет. Толкаем телегу. Ой, как больно. Прячемся за... Мы ее немного... Даша, что ты будешь делать? Давай. Кажется, этот сейчас уже покраснеет. Нет. Давай, не хочет. Так, ты будешь разламываться? Хотя бы часть тебя. Должна же уже... Так, видимо, надо закатить как-то подольше. А что у нас по бокам? Что у нас по бокам? Так, но я пережил две эти, должен был остыть. Так, что-то получилось. Вау! Как больно. Больно, 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 больно. Давай, ты куда ж ты стоишь, так как болван? Да что ж такое, они просто на меня и сверху спавнятся, это полный обосранс.
ХП решительно мало. Теперь у нее оголенное сердечко. Вау. Во-во-во-во-во-во. Так. Это оно. Это оно, дорогие друзья. Это то самое место, которое мне было нужно. Так, жатва душ на косу. Давайте хотя бы попробуем пофармить. Я надеюсь, что это сработает. А, так, стопэ. Еще надо косу-то поставить. Коса. Так, перчатка здесь. Коса должна быть на ПКМ. Так, параметры назад. Как ее сделать-то косу? Но мне должна быть на ПКМ, но она сейчас не на ПКМ. У меня там... Shift. Так, ребята, как пихнуть косу на ПКМ обратно? Я ее убрал и не знаю, как поставить обратно. Ага, она у меня вот тут вот. Там смена. Ага, понятно. Во. Те самые... Самый знаменитый фарм. Он сейчас опять будет. Как с огромные сосули. Как огромные каменные сосули. Хорошо. Снова ее эти. Фарм душ. Это сейчас подкинет ее. Ай, сосули. Да надо. Ой-ой-ой. Так, ребят, в действительности Андаскиас прав. Берем здесь вместо кровопицу сюда. Сюда просто оружейника. Хотя можно и вот эту штуку. На тебе, падла. И собака, лови. Кажется, все. А перчатку ставить что-нибудь? Да, хрен с этой, перчаткой. О, боже. Чё? О, боже. О, господи. Вау, какое насилие, шутку. Господи Иисусе!
Не нафармил я. Не нафармил, ребята, а хотел нафармить. Отнесите сердце плакальщицы Самаэлю. Камень сердца приближенного. Буду вор, насилие в 5 раз больше. Два есть и два осталось. Может, ты и попадешь в башню? Тогда-то и начнется самое интересное. А сейчас отнесем эту штуку Самаэлю. Окей. С возвращением, всадник. Кстати, мог бы и постучать, но это не в твоем духе, похоже. Зачем ты здесь? Странный вопрос для того, кто только что вломился в мой дом. Ты не всегда был черным молотом. Ты живешь в изгнании, отшельником среди надгробий. Почему? Какова твоя роль в происходящем, Ультей? Всадник, у меня есть кое-что для тебя. Вещь хорошая, но для меня хрупковата. Тебе она больше подойдет. Пистолеро? Нормас. Ты не ответил на мой вопрос, древний. Ну, может, мне вид из окна нравится. Тебе-то что? Ты просил о помощи, я помог. Если будешь неблагодарным, я могу на тебя рассердиться. Думаешь, я боюсь смерти, мальчишка? Вовсе не смерти тебе стоит бояться. О, ничего себе, пафос и гламур. Сегодня до скольки? До 10? До 10, конечно же. Ой, уже 35 минут. Упс. Умиротворитель. Пистолет тонкой работы снабжен бесконечным запасом патронов для истребления врагов. Бесконечным запасом. Сука. И вот с этой радости, дорогие друзья, мы начнем в следующий раз. Хорошо, мы так задержались сегодня. Большое спасибо вам за то, что были сегодня со мной. Завтра у нас Хардстоун. Целый день. Всем всего хорошего. Пикуськи. Как игра в целом? Готов продолжать? Да, она вполне. Вполне приятная и для стрима заходит хорошо. Хороший слэшер с ненапряжным чем-то. Спасибо большое за то, что были со мной. Пикуськи. До 10, конечно же, да. Ну, косячок свышел.